Построение дорожной карты внедрения сильно сопряжено с формированием ресурсного плана, то есть какое количество человеческих ресурсов нам потребуется. Именно поэтому следующий слайд посвящен ресурсному плану. Обратите внимание на то, что количество необходимых человеческих ресурсов прописывается в разрезе, собственно говоря, функциональных модулей блоков, плюс в разрезе тех этапов, которые вы определили. То есть этапы из плана графика на предыдущем слайде, который мы с вами посмотрели. Если у вас будет несколько очередей внедрения, ресурсный план строится для каждой очереди внедрения.